Привет, друзья, подписчики мои. Ну что ж, сегодня будет такой мини-турнир, мини-тест-драйв. Я даже знаю, как дело назвать. Но сегодня будем тестировать злых бейблейдов против этих бейблейдов. Вы спросите меня, откуда у тебя Crash Shaktaorot? Мы не видели его на обзоре. А я вам скажу, обзор на него выйдет сегодня в 8 вечера. А это вот такой ролик офф-топ. То есть я как бы уже снял для вас распаковку. Она выйдет сегодня в 8. И данный ролик планировал я показать вам уже в понедельник днем, но я подумал, вы же у меня клевые, что тянуть, да, давайте сразу сегодня бахнем этот ролик, а потом уже вечером посмотрите распаковку на Crash Shaktaorot, он, кстати, клевый. Вот, в чем суть сегодняшнего ролика? В том, что, во-первых, у СБ есть эксклюзивы, я не думаю, что как-то подобное скажу, но СБ действительно порадовал эксклюзивами, и они все топ, прям гляньте ролики, они классные. Вот, и, ну, есть, конечно, нюансы, но в общем и целом они крутые. И в чем суть, что в Beyblade Burst втором сезоне был момент, где 5 блейдеров, это Вальт Аой, вроде Вакия Мурасаки, Рантара Кияма, Куза, кто-то там был еще, я не помню, они дрались с своими злобными двойниками. Так вот, это злобные двойники вот этих вот. Почему двойники? Потому что это, по идее, все они наворовали с рандом бустеров, и там этот вообще из касты Мизучу Зетсет. И по факту детали у них там в рандом бустерах были не родные. Здесь же детали родные. То есть у Саламандры идет ее родной драйвер, но другого цвета. У Роктавора его родной тоже драйвер. Геркулеса родной. И у Остеопарда родной даже того же цвета. Могли бы сделать черный или там какой-нибудь белый прикольный, не знаю. Короче, вот, сегодня будем сражаться. Играем мы до 3 очков. Первые два соперника. Давайте сразу начнем с Роктаворов. Посмотрим, кто из них будет сегодня круче. Так, закрепляем Роктавора доброго, будем так его называть, и Роктавора злого. Погнали. Какое долгое, да, у меня вступление. Они практически идентичны. Проигрывает злой парень. Злой парень проигрывает. Теперь следующий раунд запускаем добряка первым. Чтоб все было по-честному. Смотри, 2-1. 2-1, но вы же понимаете... Ой, 2-0, но это же просто случайность, вы же понимаете. Тогда третий раунд, либо он решающий, либо играем еще. Поехали. Бейблейд Бёрсту. Ну, красиво бьются, на самом деле, два рактоворчика. Мощные атаки, интересные соперники. И вот сейчас уступил рактоворчик, который добрый. Здесь, я думаю, дело в запуске, как его, каким местом запускать. 2-1 становится счет, и запускаем теперь первым белого. Господи, это было так страшно, они так мощно ударились, это было очень страшно. Круто то, что когда они ударяются с такой силой, разлетаются, они попадают в борты. Выйти, в принципе, они не могут. Становится счет 2-2. Вылетать бёрсты не могут, когда они разлетаются на части, у них силы удара уже меньше, поэтому они безопаснее, чем, скажем, Infinity Nada. Счет у нас становится 2-2. Погнали, финал. Мощный, мощный атаки, мне страшно, но уже не так страшно, как было в первый раз, когда я снимал. Вот, выбивание с ринга, я думаю, тут все было честно, злой двойник победил сегодня оригинал. Ну, поддельный оригинал, скажем так. Следующие два соперника, тоже атакующие, это будут Вайс Леопарды. Вайс Леопард добрый и Вайс Леопард злой. Первым я запускаю Ага, конечно, запускаю. Надо было еще арену китайскую, да, взять. Ну ладно, бог с ним. Погнали. Фатальный удар для доброго парня. Оба, они почти разобрались на 3 щелчка. А, вернее, почти взорвались, но разобрались на 3 щелчка. Следующий раунд запускаем доброго вторым. Погнали. Люблю атакующих парней, они классные. Счет 2-1, не в пользу добряка. Ой, 1-0, вернее. Смотри, как получалось. Получалось, что у нас счет становится 1-1. Неплохо, хорошо. Погнали дальше. Счет 1-1. Проигрывает злой парень. 2-1 становится счет. Хотя здесь просто у меня срамы. Возможно, будет не совсем честно. Но что поделать, что поделать. Вдруг у вас уже есть рамы, и вы решаете выяснить, кто круче. Ты посмотри, счет... О! Хотел бы я сказать, что счет 2-2, друзья мои. Но, увы, злой парень взорвал.
Поэтому становится счет 3-2 в пользу Black Virgin. Ну что ж, этот проигрывает. Хорошо, злые парни пока ведут. Но, возможно, это потому, что у них пружина не такая уже разболтана, как у тех. Не знаю. Что ж, давайте дальше играть. Hell Salamandra. Драйвера там, ну вы понимаете сами, поэтому играем как играем. На данный момент хочу сказать следующее, что вообще технически особой колоссальной разницы между ними нету. Если что, прям в Саламандре, конечно, есть разница, но Рактовор, Леопард и Геркулес абсолютно такие же, просто в другой раскраске. Если у вас, а кто не знает, почему Саламандра другая, посмотрите ролик, на канале он есть. Вот, если у вас, допустим, есть в магазине новая версия, вот такая вот, да, например, и вы хотите ее купить, то покупайте. Если у вас в магазине нету новой версии, но есть старая, и вам хочется купить ее, смотри, Саламандра проигрывает, да, но это из-за драйвера, потому что это Саламандра на атаке, если это Саламандра на защите, все понятно, я думаю. Здесь та же проблема с драйвером у нее осталась. Вот, если в вашем магазине, допустим, есть то или иное, покупайте, не думая, да, как бы, почему бы и нет. Но, если в вашем магазине есть и то, и другое, и у вас есть желание это купить, да, соответственно, и вы не знаете что, то скажу вам так, покупайте обновленные версии, потому что эти вроде как продаются, старые, до сих пор, а вот новые версии могут и пропасть с рынков. Поэтому, друзья, если вам интересно мне по поводу этих вещей, то, конечно, 2-1 на этот счет. То покупайте, конечно, эти новье, особенно Саламандр, Look at This, она прекрасна. Они просто у меня лежали, я их отснял, положил, они лежали на комоде, так отдельно красиво, были очень классно смотрелось. Счет 2-1 в пользу доброй Саламандры. Вот, и вот, несмотря на все провалы вот этой Саламандры, она выравнивает счет, он остается 2-2. То есть, опять же таки, разницы, ну, нет. Вот, там у меня тут на улице орет, какие-то дети... Меня просто за окном, меня просто спрашивают, ты с кем, ни с кем. У меня просто на улице детская площадка. И так как жара, окно открыто, висят шторы, чтобы было темно. Но все, проигрывает, да, даже побеждает у нас добрая Саламандра, которая была хорошая. Не думаю, что скажу, что Саламандра вообще будет доброй. Вот, и я к чему, что звуки с улицы просачивают сюда даже через мою ткань, ну не ткань, а как эта штука называется, это штора. Через штору. Поэтому иногда могут быть посторонние звуки. Вау! Вот. Ну, вроде как об этом уже все знают, что у меня площадка за окном. Просто раньше были вопросы, а у тебя что там, дети? Нет, народ, детей тут нету. Погнали. 2-1-0 в пользу оригинального Геркулеса. Вот, ну а так вы все видите сами. Мне лично внешне, ну, такой не нравится, потому что у меня есть он с кастом из Чуза Сет. Такой тоже, потому что у меня он есть из рандом бустера. А вот Саламандра крутая, и Геркулес синенький прикольный. Но в данном случае Геркулес синенький прикольный проигрывает уже второе очко оригинальному Геркулесу. Мне нужно писать еще 2 минуты ролика, а у меня получается, что уже финальный раунд. Надо сделать какую-нибудь подставу. Слушай, ну вообще нет, я был неправ на самом деле. Синенький Геркулес послабее будет оригинального. Здесь, может, можно и подумать. С другой стороны, это все равно Геркулес. И с другой стороны, он все равно удивите своих друзей во дворе. Так они интересно сражаются, да? Нет, все-таки проиграл синенький. С другой стороны, даже несмотря на его, как бы, то, что он проиграл своему, как бы, оригиналу, да, сегодняшние ролики. Кстати, 2-2 получается счет. 2 оригинала, 2, как бы, злобных копии сегодня победили. Ну, выиграли. У нас сегодня ничья такая дружественная. Посмотрим, как он будет против Рактовора драться. Давайте просто покажу вам. То есть, вот, это, на самом деле, у меня был с ним тест. Абсолютно классический, мощный Арчер Геркулес. Действительно классный. Вот. То, что не выигрывает у рыженького, но это, конечно, странно. Вопрос, почему? Потому что детали, в принципе, одинаковые. Не знаю, как это работает. Вот. А так, Рактовора выносит на изи. С Саламандрой, думаю, будет то же самое. Давайте проверим сейчас, посмотрим. Может быть, я ошибаюсь. А если я ошибаюсь, то мне не стыдно признать то, что я ошибся. Или еще что-то там такое. Каких-то предрассудков нет. Я не буду что-то кому-то доказывать. Мне пофиг. А вот. Проигрывает Вайс Леопард. Ну и давайте для уже, так сказать, полноты нашего сегодняшнего эксперимента протестируем против Hell Salamandra, чтобы нам вообще понимать, мощный он или нет. Да, мощный, представьте, приходите вы во двор с синим арчером Геркулесом и говорите, что вот так и так сегодня я буду вас рвать синим парнем. Все такие, воу-воу-воу, каким еще синим парнем? А вы такие, от-от-от, арчером Геркулесом.
Ну и, конечно, Саламандра не выдерживает, друзья. Вот, ну давайте еще какую-нибудь биту. Прям нравится мне, такие классные, посмотрите, прикольные. Ну, прям хочется им играть, играть. Но, будем ролик заканчивать, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо огромное, что сегодня ко мне пришли на канал. Пишите комментарии, чем больше комментариев, тем интереснее комментарии я закреплю в закрепе. Вот, с вами был чудовищный Гаманбандер. Всем удачи, пока, пока, скоро ролики. До свидания, народ, не вздумай, блин, переключаться. Пока-пока.